Здравствуйте, уважаемые коллеги, садоводы. Сегодня мы находимся в Ингушско-Казахском районе, село Каракемир, в саду. У нас очередная обработка. Сегодня мы применяем препараты фирмы «Август», такие как «Мамба», это альфа-циперметрин 150 грамм на литр, который обладает таким нокдаун-эффектом контактно-кишечного действия. Препарат начинает действовать уже через 15-20 минут, и полная гибель насекомого наступает уже через 1,5-2 часа. Второй препарат у нас Герольд, это дифлубензурон 240 грамм на литр. Он контактно-кишечного действия, но у него более растянутое действие. Получается, насекомое перестает питаться уже на 5-е сутки, и полная гибель насекомого приходит через 14 примерно дней. Значит, эти два препарата дополняют друг друга, разного действия. И обязательно в каждой обработке мы применяем адювант, аллюр для лучшего проникновения, для хорошей работы препарата. Это у нас уже по счету шестая обработка. И как можете видеть, деревья у нас здоровые, лист чистый, вредителей, болезней не наблюдается. Препараты работают хорошо. Следующая обработка у нас тоже будет против вредителей. Будем применять инсектициды Шарпей, Герольд с добавлением адюванта Аллюр. Подписывайтесь на нас, задавайте вопросы. Август. С нами расти легче.